Приветствую, друзья! Я отобрал лучшие полезные товары, которые пригодятся каждому из нас. Все их можно приобрести с неплохой скидкой. Отличный конкурс ожидает в конце видео. Приятного и поехали! Рюкзак от бренда Nature Hike объемом 15 литров. Складывается в собственный карман, имея при этом компактные размеры 15 на 15 сантиметров. Раскладывается очень быстро, получаем нейлоновый водонепроницаемый рюкзак с тремя отделами, плюс два боковых сеточных кармана для воды и прочей амуниции. Прошито качественно, молнии также работают без нареканий. Лямки сеточные, по краям обшиты бейкой для увеличения прочности. Рюкзак мне понравился качеством, эргономичностью плюс компактность. Специальная цена 10,5 долларов будет действительно только во время распродажи, как и цена на остальные товары. Популярнейшая зарядка Lito Kala, в данном случае модель на 2 отсека LI-202. В комплекте идет кабель microUSB, а также мануал на английском. Прибор заряжает разнообразные аккумуляторы, среди которых всем знакомые пальчиковые, мизинцы и 18650. При этом автоматически распознает тип АКБ, будь то никель, металл гидридный, литий-ионный, литий-феррум. Также в любой момент можно увидеть тип батареи, нажав на кнопку MOD. Заряд происходит с индикацией в процентах и автоматическим подбором силы тока, половина либо 1 ампер. Этот показатель можно изменить зажатием все той же кнопки MOD. Также данная зарядка используется как пауэрбанк от литий-ионного аккумулятора, находящегося в правом отсеке. Качество и смешная цена делают эту зарядку предпочтительной. У продавца доступны две версии на 1 и 2 аккумулятора. Противоскользящие цепи на колеса авто будут полезны зимой любителям летней резины, чтобы добраться до шиномонтажа и переобуться. Установка такого хомута простая. Продеть в обод диска и затянуть с внешней стороны. Комплект из 10 штук можно взять за 11,5 зеленых или 695 рублей. Специальный термометр для определения температуры напитка. Интересный термочувствительный прибор в виде браслета подсветит актуальное значение температуры. Рабочий диапазон от 4 до 26 градусов. Стоимость чуть больше доллара. Насос для откачки масла. Штука полезная, чтобы не заморачиваться с поиском ямы для замены масла. Насос резвый, производительность 4 литра за 8,5 минут. Питается от аккумулятора. В комплекте крокодилы, хомуты, необходимые шланги. Стоит 1650 рублей или без малого 28 долларов. Комплект для ремонта лобового стекла в случае, если на нем присутствует скол или трещина. Технология в том, чтобы обезжирить поверхность, залить полимер и выкачать воздух шприцем, а спустя полчаса удалить с поверхности остатки застывшей смолы. Все необходимое в комплекте. Стоимость 5,5 долларов, это 325 рублей. Еще одна зарядка BWS7 на 5 USB портов. В комплекте кабель питания и мануал. Фишка этого прибора в том, что один из портов поддерживает функцию быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Остальные порты стандартные на 5 вольт до 2,4 ампер по отдельности, а суммарно не выше 4,4 ампера. S7 с легкостью выдерживает одновременную зарядку нескольких мощных устройств. Реально качественная вещь, стоимостью чуть более 18 долларов. Доводчик стекол в авто. В комплекте блок, провода, а также инструкция по установке на английском языке. Стекла закрываются автоматически при постановке на сигнализацию. Стоимость комплекта 7 долларов 30 центов или 435 рублей. Must-have для каждого, кто не любит балансировать на дороге зимой. Накладки на ботинки против скольжения. Их еще называют кошки. Так вот, их шипы придадут устойчивости и уверенности на обледенелой дороге. Два размера на выбор, стоимость за пару 200 рублей, по-другому 3,5 бакса. Стельки с подогревом тем, у кого часто мерзнут ноги осенью и в особенности зимой. Управление осуществляется с помощью пульта, есть три режима нагрева – High, Medium и Low. В комплекте также зарядное устройство, аккумулятора хватает на несколько часов работы при максимальном нагреве. Стельки размером от 35 до 46. Их стоимость 2000 рублей или чуть более 35 баксов. Обогрев для боковых зеркал заднего вида за 10 баксов и 73 цента, что составляет 625 рублей. В комплекте помимо пластин идут также провода, кнопка и предохранитель на 5 ампер.
размеры 18 на 12 см, мощность 8 Вт, питание от сети 12 В. Пластины справляются со своей задачей и, прогревая зеркало зимой, улучшают видимость на дороге. Небольшое зеркало на телескопической удочке с поворотной головкой на 360 градусов. Используется для обзора скрытых участков, к примеру, в авто. Диаметр зеркала 30 мм. Длина в сложенном состоянии 17, в разложенном 49 см. Практичная штука, без которой иногда просто не обойтись. Стоит 60 рублей. Пауэрбанк на 2 USB выхода, один из которых поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Все больше гаджетов выпускаются с новейшими технологиями, поэтому новшества Qualcomm нельзя обходить стороной. Банк заряда выполнен в алюминиевом корпусе, его размеры 102 на 61 на 21 мм и вес 222 грамма. Есть индикация, состоящая из 4 делений. Внутри находятся 3 литий-ионных аккумулятора общей емкостью 10 000 махов. Его цена 1500 рублей, что составляет почти 27 долларов. Прочные и легко моющиеся чехлы для резины помогут не испачкать салон при транспортировке колес. Чехол оснащен ручкой для переноса и рисунком расположения каждого отдельно взятого колеса в авто. У продавца чехлы двух размеров, желательно уточнять при заказе. В этих чехлах колеса можно хранить даже в доме. Стоимость 18 долларов или 1000 рублей. Подушка-накладка на автокресло для обогрева. Ее мощность 35-45 Вт. Питание, конечно же, 12 Вольт. Есть три режима – нагрев до 30, до 60 градусов и выключенное состояние. Нагрев происходит от центра к периферии. По краям порядка пары сантиметров участки не задействованы. Однако площади обогрева достаточно для комфортной езды. Цена 580 рублей, в долларах это чуть более 10. Повторитель стоп-сигнала. Полезная штука, особенно зимой, когда основные стопы замело снегом и они практически неразличимы. Прибор с различным количеством светодиодов от 14 до 40 и силовым кабелем для подключения к бортовой сети. Стоимость 4,5 бакса или 230 рублей. Своеобразный мультитул, включающий фонарь, нож и стеклобой. Питание фонаря – батарея 2А или 14500. С обратной стороны расположен стеклобой, который очень редко может пригодиться, но когда нужен, его, как правило, не найдешь. Нож расположен внутри рукояти, лезвие длиной 4 см. Острое и прочное. Стоимость мультитула – 6 долларов. Перчатки на осенне-зимний период для сенсорных экранов. Приятный на ощупь материал. На пальцах сделаны специальные вставки, чтобы в них без проблем пользоваться смартфоном. Большой выбор расцветок. Стоимость пары 380 рублей, это 6,5 баксов. Тем, кто сталкивался с проблемой холодного рулевого колеса зимой и ездит в перчатках, можно пробовать такую накладку для обогрева. Питается от прикуривателя. Нагревается быстро за пару минут до комфортной температуры около 40 градусов. Накладка сидит очень плотно и греет по всей поверхности. Ее стоимость 850 рублей или 14,5 зеленых. Наушники ES2 Dual Dynamic Driver. Свежие уши, которые у меня вызывают непередаваемый восторг. Послушав их, понимаешь недостатки многих других моделей. Простыми понятиями чувствительность, частоты, детализация, звук здесь не передать. Нужно только слушать. Однозначно рекомендую. Стоимость 1000 рублей, что немногим более 17 долларов. Стержень для очистки посуды от нагара, либо от ржавчины на различных металлических деталях, собравший огромное количество положительных отзывов. Состоит из пучка стекловолокон, очень плотно подогнанных друг к другу и смотанных. В итоге получаем отличный инструмент для очистки. Стоит копейки. Небольшой портативный обогреватель, который подключается прямо к сети, без лишних проводов, путающихся под ногами. Обогревает площадь до 20 квадратов. Имеет встроенный таймер, который легко настроить. Стоимость 21 доллар, это около 1200 рублей. Универсальные быстросъемные клеммы для аккумуляторов грузовых и легковых автомобилей. Течение подключаемого кабеля до 40 мм. Максимальный ток до 800 ампер на 12-вольтовый АКБ. Изготовлены из хромированной латуни, пропилена и нержавеющей стали. Их стоимость 260 рублей за пару. Дополнительный контейнер в холодильнике накануне новогодних праздников точно лишним не будет.
Этот небольшой ящик крепится на полку и выдвигается по металлическим направляющим. Контейнер сделан из пластика. Стоимость $4 или 240 рублей. Все фары в авто со временем мутнеют. Дабы привести их в первоначальное состояние, используют такой набор для полировки. Здесь несколько насадок наждачек, малярный скотч, паста, все что необходимо. Стоимость полного комплекта 700 рублей или 12 баксов. Для увеличения функционала обычной дрели либо шуруповерта отлично подходит данная насадка для монтажа заклепок. Принцип работы примочки такой же, как у обычного заклепочника. Разница лишь в используемом приводе. Стоит насадка 870 рублей или $15. Друзья, все ссылки на товары с ценой на момент распродажи я оставлю в описании под видео. Там же условия конкурса. Выбирайте только лучшие и полезные товары. Удачи и пока!